Всем привет, с вами Квадрат, мы продолжаем играть в игру Споры. И сегодня важный день, потому что мы переходим на этап Племя. И я надеюсь, все наши друзья останутся с нами. Вот что-то Дикий Абрас у нас недоволен. Дикий Абрас. Так, ну что, давайте. У нас уже давно горит эта кнопочка. Несется эта линия вперед, история развития. Это мы читать не будем ничего. Так, опа, кто тут? У нас кто-то умер здесь? Ну-ка, минуту. Как вот сюда? Вот, смотрите. А, покинула стаю, написано почему-то. Интересно. Ну ладно. Суть не в этом сейчас. В основном что-то у нас тут, смотрите, все было хорошо, да? А, адаптация нашла. Да? Вот здесь вот было дружелюбие. В конце у нас все ушло в агрессию. Так вот, почему-то начали мы драться. Ну, потому что все были недружелюбные. Ладно. Как-то вот так вот мы заканчиваем этот этап. В принципе, меня все устраивает. В человечке данном. И мы переходим на этап племя, да? Нам предлагают сейчас еще раз что-нибудь последний раз изменить. Но я не буду ничего менять. Давайте так и оставим наше существо. И... покраска та же самая. Так или не так? Или другая покраска? Или эта же покраска? Ладно, поехали. С этой покраской. Гоу. Сейчас придется читать. Потому что я не играл давно на племени. Опа. Так. Чё это, блин, за нервы? Ничего себе! Огонь! Ух ты! Поздравляем, вы готовы перейти на этап племя. Поехали. Я не помню, как тут уже идет игра, потому что все, что я помню, это до существа. На этапе племя я помню только то, что придется играть вот уже сверху вроде бы, как уже более игра переходит в стратегию, нежели чем просто от третьего лица. Ну, сейчас посмотрим. Укротитель, приучите животных трех разных видов. Ух ты! О, смотрите, разговаривать научились, похоже. Так. Ваши подопечные научились высекать огонь, мастерить инструменты и возводить примитивные постройки. Но вскоре на планете начнут появляться другие племена, ваши будущие соперники. Будьте бдительны. Вы создали племя, теперь в вашем распоряжении племя... из трех существ. Вы можете давать указания отдельным особям или группе. Чтобы развиваться, нужно общаться или сражаться с другими племенами. Давайте посмотрим на индикатор развития. Этот индикатор развития заключайте с... А, это индикатор развития. Ну, понятно, в принципе, как и обычно. Заключайте союзы с другими племенами или подчиняйте их. Индикатор будет заполняться. Вот почему-то сейчас я больше подумал, что нам будет подходить именно подчиняйте. Выполняйте задания, чтобы освоить азы племенной жизни. Итак, первый шаг. Выбор снаряжения для существ. Щелкните на жилище. Выбрать снаряжение с помощью меню племени. Ничего себе. Я не помню. Вот это жестко, конечно. Так, ну-ка. Не получается у нас пока покрутить ничего. Так, меню племени. Нифига себе. Меню племени. Щелкни на пиктограмму шлема, чтобы открыть панель снаряжения. Щелкни на существо, затем... Щелкни на существо... на существе. А затем на кнопке изменить снаряжение. Так, ну...
Что? Музыкальные инструменты, дудочки, ничего себе, блин. Пища и лечение, остроги, водосборники, посохи шаманов. Блин, я вообще не помню, это для меня как впервые. Господи, так давно не играл. Окей. Так, ну, допустим. И что у нас тут? Головные уборы. Опа. Позволит усовершенствовать навыки сбора пищи. Сбор пищи, смотрите. Сбор пищи 2, оружие 1. Да? Почему-то меня привлекли сразу вот эти же шипы. Давайте их вот так вот оставим. И типа как вожак у меня они будут самые большие. Хотя, в принципе, они будут такие у всего племени. Но, в принципе, вот так вот давайте оставим их пока. Блин, меня так убивает, как они разговаривают. Это смешно. Развести их еще немного, так вот, чтобы шея была видна. Вот. По-моему, все. Нам обязательно надо сейчас оставить? Ну да, давайте вот так пока оставим. И просто пробежим. У нас тут еще маска, кепка, общение. А мы это что, бесплатно сейчас соберем? Или что у нас тут? А, запас. Из запаса это все. Маска, черепушка. Нифига себе. Блин, так она может как-нибудь это... Да, вот можно надевалось бы как-нибудь вот так. А то глаза торчат неровно. Ого, чувак, прекрати. Забавно, конечно, но надо было тогда человека подобного делать, а не барана с крыльями. Ну, что поделать? Мы будем такими. А у нас скорость и все остальное, интересно, осталось от старого. Так, что у нас еще тут есть? Гульфик, нифига себе. Пояс из перьев. Жопу надо прикрыть будет. А! Вот так вот. О! Но мы этим потом займемся, не сейчас. И это тоже потом. Сейчас просто пробежимся, аксессуары. Это у нас что? Глазок. Да, надо было человека подобного кого-нибудь сделать. Ну что ж, ладно. Разное. Значок. Что это за значок? Усы, усы, что, простите, это усы? Серьезно? Серьезно, это усы. Ну-ка скажи что-нибудь, дружок. Возмутись. Ладно. Гулька, что за гулька? Кольцо, ничего себе. Вот кольцо, типа, можно приделать, смотрите. Таких вот два кольца. Ладно, извращаться не будем, пока так все оставим, в принципе. Гиви поселенец. Оставим вот эти только пока шипы и, собственно, покраска-то где у нас. Как он забавно разговаривает, все. Ну да, надо было. Все-таки человека. Ну ладно. В принципе, можем еще вернуться, но не будем. Останемся так. Так, ну и... Мастерские. Так, ну все, в принципе, галочку жмем. Так, управление камерой. На этапе племени вы сможете произвольно перемещать камеру, чтобы наблюдать за подопечными и исследовать окружающий мир. Давайте ненадолго прервемся, чтобы научиться управлять обзором. Окей. Масштабы вращения. Эти команды позволяют изменять масштабы, вращать камеру. Для вращения можно также использовать колесико мыши. Давайте попробуем. Ну, давайте, вот, да. В принципе, что я и пробовал в прошлый раз. Как я и говорил, сейчас это более переходит в такую стратегию.
Ну, в принципе, играется тоже интересно. Я попробовал. Попробовал. Все. Все работает. Чтобы на пентаграмму хижины. Где у нас хижина? Так, ну вот она. Так. Что там, хорошо, щелкни на пиктограмме хижины. Ну, щелкните на портрете существа в правой части экрана, чтобы выбрать его. Для выбора нескольких представителей племени щелкните рядом с ними и переместите курсор, чтобы существа оказались внутри рамки. Отлично. Вы освоили управление обзором. Теперь давайте вернемся в игре и отправимся искать пищу. Вау. Чтобы начать охоту или сбор фруктов, выберите существо. Щелкните правой кнопкой мыши на диком животном. Или... А, да, на диком животном. Или плодовом дереве. Ух ты, это же наши друзья. Смотрите, они все-таки с нами. Блин, а чё они какие-то... Это... Недовольные живут. Как будто бы... Блин, как сказать, как будто бы наши животные. Что-то у нас тут это злятся. Ох ты, это наши дерутся. Ульяна и Тана какая-то. Ульяна. Нифига себе. Так, давайте, во-первых, перейдем в дружеский режим. Так, мы можем, смотрите, управлять нашим вождем. Он, кстати, вождь, да. Так, и... пищу надо собирать, да? Ну, давайте. Собирайте пищу. Может, не будет собирать пищу, верно? Кстати, я не помню, как размножать. Добавить детеныша, а вот 10 единиц пищи, смотрите. Ух ты, смотрите, ребятки собирают для нас пищу. Воу. Ну, забавно. У нас что-то бубнит какое-то. О, смотрите, ну, рядом с нами птицы-ящеры живут. Ну, кстати, вот друзья, походу. О, нормально. Кстати, здесь меньше надо чего-либо делать, так как, в принципе, вот насоздавал. Потомство получаем. Ух ты, яйцо просто выкатилось из... Нормально. Отлично. Какое счастье. Анисон появляется на свет. Анисон? Вот он, смотрите. Анисон детеныш маленький-маленький. Ты больше что, чувак? Так, иди у нас еду собирать. Ну, собирают, пусть. Они тут тоже, знаете, на детенышей так-то похоже. Ульяна. Так, ну, давайте по максимуму пока заделаемся. Еще одного. Так. Когда он вырастет, интересно, у нас? Что, отдыхает? Умер, что ли, че? Так. Ой-ой. На планете появилось враждебное племя Зуборок, а что-то танцевали вроде как бы дружелюбно. Вождь — это глава племени, сражаться племя может и без вождя, а вот мирного общения с другими племенами без него не получится. Вождь также отвечает за активацию приобретенных навыков. Чтобы воспользоваться приобретенным навыком, сначала выберите вождя, а затем щелкните на нужный навык. Летающая рыба — это что? Огненные бомбы. Одарить, заинтересовать или атаковать другое племя. Ну что, мы будем как узурпаторы подчинять всех себе или дружить? Я даже не знаю. Так, а где племя, которое появилось-то? Вот. Опа! Вот они. Что тут делают? Интересно. Так, ну мы пока, в принципе, не готовы. Смотрите, я так нажимаю, так интересно перемещается. Планета у нас типа круглая. Смотрите. Жух! Блин, вообще классно, я говорю, игра офигенная просто. Ей столько уже лет, а она все еще офигенная. Теперь можешь посмотреть, что у нас тут за море было. Так вот, раз. Чух. Так, ладно, все, хватит баловаться. Давайте что-нибудь делать здесь. Еду собирать, давайте. Так, вы выросли, дети мои? Искать еду. Ваш вождь хочет еды.
Так, меню племени. Я вот это почему-то не помню вообще. Мастерские. Остроги. Захватите или присоедините другое племя, чтобы получить доступ к инструменту. Ничего себе. Музыкальные дудочки помогут подружиться с другими племенами. Оружие. Копья. Позволяют атаковать противника с расстояния. Нифига себе. Вот эти пустые места светятся. Это типа... Я так понимаю, ну, можно строиться, да? Ну, давайте попробуем дудочки построить. А зачем мы их, кстати, построили? А, вот за еду как раз мы их строим и прочее. И копия давайте. Так, оружейки с какой стороны будем ставить? Опа. Отлично. Так. Такой, блин, извращенец. Радуется, ходит новым постройкам. О, вот он, смотрите, сам летает, если хочет. О, дудочки, смотрите, понабрали. Так, ребят, надо еду искать. Где мои все чуйки? На еде. Так, а вы-то... А это типа вы сейчас снарядитесь копьями? Да? Да ух ты. Смотрите. Так, нет, давайте, ребят, еду искать будем. Так, Вошечка, ты-то куда помчался? Ты иди отдыхай. Это что такое? Ух ты. Нормально. У меня так на работе. Никто, начальники ничего не делают. Пока все там что-то добывают. Так, ну, пойдемте, я не знаю даже. Давайте, хорошо. Вот этого и вот этого. Так, а как сделать, чтобы они еду донесли, да? Сюда, давайте. Еду отдайте. Скидывайте еду. Опа, что тут? Ух ты, ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот это нехорошо. Почему я их не могу выбрать? Не могу понять, так. Чуть такое. Так, раз на нас напали, мы больше не будем разговаривать. Мы идем и ломаем их. Вооружаемся коплями. Замечены разбойники. Ой, все. Вам серьезно, хана. Идем в атаку. Да ёб твою мать, еду-то ты положи. Еду у нас воровать, блин, будут они. Скинь еду, чувак. Отлично, все, копье взял. И пошли. Пошли на разборку, так. Туда нам. Разборка будет здесь.
Сейчас будет замес. Так, где мы? О, вон мы. Ну-ка, закидали вождя. Что у меня вождь машется как? Ой-ой-ой. Ничего, блин, нифига себе. Вот это, блин, жестко. Все. Походу это все. Так, вы еще мне тут побазарьте. Жжем их! Мне еще было нашу еду воровать. Так, я вас сейчас тоже расстреляю. О! Так. Это что такое? Поселение коричневые уничтожены. Тотемный столб ваших подопечных растет, а в меню племени появились инструменты и снаряжения, которыми пользовались поверженными вами враги. Опа. Нормально. Блин, мне вообще нравится. Племя развивается, теперь у вас есть хижина побольше. И максимальное число существ 9. Все на базу. Так, мы-то сейчас из каких разборок возвращаемся? Не могу понять. Я не могу найти. Так, а... Да, можно. Можно в ESD перемещаться. Угу. Все, ребят, иду собирать. Вождь ничего не делает. Угу, хорошо. Блин, мне вообще нравится, это круто. Споры, крутая игра. Что-то мы, смотрите, как сразу подскочили. Намного. Жалко, что мы играем. Надо было, блин, походу, максимальную сложность ставить. Чтобы дольше... Зефиринку куда хавает. Чтобы можно было дольше играть. Потому что так сейчас, по-моему, все очень быстро закончится. А я не хочу. Добавить детеныша. Так, у нас появилось трещотки. Трещотки помогут подружиться с другими племенами. Острики позволяют ловить больше рыбы в омутах. Больше рыбы, ничего себе. Копия. Копия стоит у нас, трубы. Захватили президенте племя, чтобы получить доступ к инструментам. А тут что у нас? Топоры. Инструментом факелы. Угу. И тут у нас захватили президенте, чтобы доступ к инструментам. Еще... А, подосборники и посохи шаманов. Хорошо. Остроги давайте поставим. Так, оружие у нас будет здесь. Строги вот сюда давайте поставим. Так. Сейчас она побежит радоваться у нас. На строгом. Ты посох-то где оставил, дружок? У тебя где посох вождя?
Дружок. Так, ты есть хочешь, да, давай ешь там сам. Мы можем, то есть, заставить их рыбачить, что ли, или как? Как это получается? Интересно. Крестик там нарисован. Нет, а тогда... Интересно, давайте еще раз посмотрим. Позволяет увидеть больше рыбы в омутах. А как это делать? Как увидеть рыбу? Как достать наших друзей? Так, ну-ка, может, надо кого-то... А, надо, наверное, выбрать наших дружков. Так, давайте скидывайте еду. Идите уйти рыбу. Ну, давайте. Я не знаю. Ух ты. Так, сейчас что ли они теперь могут идти ловить рыбу? Я не знаю, просто куда их отправить? Поселение Гиви. Вы не идете рыбу ловить? Или идете? Как замечен враг? Как нападение чужого племени? Где кто нас нападает? Эй. Танок. Никто вроде не нападает. А, нет, нападают, смотрите-ка, серьезно. Сейчас разберемся. Ну-ка, убили. У нас чего ж не умер? Что вы себе позволяете? Все, мы победили. Ты живой, дружок? Я тебя не вижу. Эй, я тебе покажу сейчас. Ну-ка, расстреляли этого козла. Затыкали его. Вы мимо пробежали, ребят. Все. Отлично. Все, давайте. Танцевали, хватит. Я не понимаю, зачем ты его расстреливаешь. Эй. Что ты? Так, эй, не надо. Блин, домой вернись. Ты много... Да что ты будешь делать? Куда ты побежал? Упорный, блин. О, дождь пошел. Так, как ловить рыбу? Кто-нибудь расскажет? Ну,
Да как нападение по чужого племени, чтоб вас? Кто у нас там налетает все? Опять эти, что ли, ущеперцы, блин? Нет, ну я же вас сломаю, приду. Наверное. Что? Как? У меня вождь умер, серьезно? Первый вождь скончался. Сейчас должны будут выбрать нового вождя. Надо разобраться с ними, блин, они задолбали нападать. Сейчас этот тоже, похоже, умрет. А, нет, там вон вождь восстанавливается. Да чтоб вас, вас что так много-то со всех сторон нападает? Смотрите, наши друзья вылезли, чтобы нам помочь. Походу мы вражески настроили всех против себя. В этом мясе уже никого не вижу. Ну-ка, растоптали всех, сбегали. Блин, сейчас паукан, походу, умрет. Ё-моё, паукан сдох. Нет, я не хотел. Я не хотел, чтобы умирал паукан. Серьезно? Я, походу, дострелял паукана. Почему так? Эх, ну что поделать. Где мой вождь? Паукан умер. Это печально очень. Блин, мы даже нигде это не сохранялись. Не откатиться назад. Ну, что поделать. Так, что-то нас тут много, и никто ничего не делает. Идем собирать еду. Нас много, а еды мало. Так, как тут посмотреть-то? Так, вот эти двое. Вы меня будете рыбовать сегодня или нет? Со своими вилами, блин. Рыбаки. Идите к воде, что ли, я не знаю. Как вас заставить рыбовать? Ну? Эй, ребят. Ловите рыбу. Блин, надо... Надо загуглить, как это... Как выйти рыбу, короче, потому что они не хотят выйти рыбу. Ни в какую вообще. Так. Может, попробуем с кем-нибудь подружиться? Мои зверюшки спят. Паук был хорошим другом. Ах, вы-то косточку зрите взяли. Идем дружиться с какими-то динозаврами-леонами. Принимайте мои дары. Thank you.
О! Приручили кого-то. Так, теперь он за место паукана, что ли, будет? Похоже, да. Я говорю, они тут как животные. Ну ладно, вот за место паукана у нас теперь новый чувак есть, но... Я не знал, почему в них палить можно. Их можно убить, видите? Может, найдем нового паука, я не знаю. Потом мы этим займемся. Походим по карте. Попробуем найти паука. Но, мне кажется, их уже здесь нету. Экземпляров таких не осталось. У нас был один неповторимый и классный. Так, птицы-ящер. Это вот кто-кто? А вот чтобы паукан умирал, я вообще не хотел. Пусть это бы даже лучше была птичка. С пауком мы познакомились, по-моему, намного раньше. Да, больше, по-моему, нету. Или есть. Или нет, нет, вот тут какие-то олени ходят. Хм. Если бы мы улетали в космос, мы все равно, наверное, их с собой уже взять не могли бы. Так, что это такое у нас тут? А, пауды какие-то опять же растут. Давайте еще одного сделаем. Детеныша. Так, копия все возьмите. Копия дудочки. Копия. Угу. Все должны носить с собой копия. Так, вот это кто у нас такие здесь? Какие-то злые. А, вот, все, все копия взяли, да? Так, теперь трое собирают еду. Также дальше, да, где-то бегают, там просто собирают еду. И трое с нами в лагере, да? Угу. Так, просто в лагере где-то здесь. Детеныш у нас тут подрастает. Попробуем подружиться сейчас с кем-нибудь. Кто у нас тут рядом есть? Тут какие-то чуваки, которые нас нападают, а мы с ними подружиться не можем, нет. Нет, они настроены недружелюбно, да? Давайте попробуем к ним сходить с подарком. Так, кто у нас на еде? Вот эти на еде. Так, значит, ты тогда. Так покушай, чувак, ты же кушать хочешь. О, подрос. Бери копье. Пойдем разговаривать. Все, погнали. Так, дары-то там возьмите, подожди. Подарок. Подарок нам нужен, подарок. Хотя, в принципе, что это мы должны с ними дружиться, они уже на нас нападали. Давайте лучше подружимся вот с этим племенем. Так, что мы там взяли? Ага, вот, смотрите, несем подарки-то. Смотрите, как они забавно бегут. Опа, какие-то цветочки бросают. Надо было дудочки взять, наверное, не копия. О, у них факел весь. Ничего себе. Смотри, как он забавно понес это. На свою ложа, блин. Так, ладно, а мы возвращаемся домой, да? Окей. Так, ладно, давайте мы на этом с вами закончим. В следующей серии продолжим развиваться. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям. Всем спасибо, всем пока.